Так, находимся мы в ресторане «Синема» при отеле, в котором сейчас остановились. Есть здесь летняя веранда. Нужно будет выйти, допустим, в солнечные дни, выйти вот с дверь полностью распахнутая. Есть вот такие теплые пледы. Допустим, кому-то холодно, можно будет здесь посидеть. Но сегодня дождливая погода. 18 апреля 2019 год. Вот. Мы сейчас находимся на ужине. Вот такой ресторан. Ну, большой, вместительный. Столики, все чисто, аккуратно. Вот. Здесь, значит, и пиво входит тоже в стоимость самого отеля. Так, здесь у нас напитки разные. Сейчас они поставят тут обозначение. Вот будет у них вода с лимоном, наверное. Чай, сахар. Вот. Тут сам чайник такой большой. Так, здесь соки. Соки какие? Значит, сок апельсиновый, томатный. Сок яблочный и морс. Так. Также кофемашины. Вот три из них работают очень хорошо. Ну, здесь можно разные тоже заказать. Ой. Какие вот. Есть три вида кофе. Здесь получается четыре вида и горячая вода. Так. Так, здесь у них, значит, кукуруза и зеленый горошек. Селедка слабосоленая. Различные масло растительное. Уксус. Бальзамик. Масло оливковое. И соевый соус. Морковка по-корейски. Кто любит вот такое острое блюдо, пожалуйста. Это перец маринованный. Вот. Оливки двух видов. Черные и зеленые оливки. Вот. Ага, маслины. Так, укроп. Укроп, петрушка свежая. Также можно сделать салатик, кто любит. Это вот помидоры, огурцы, сладкий перец красный. Так, также капуста, лук репчатый. Так, веранда, вот нам прямо сюда даже, в круговую получается. Это веранда, кто хочет. Там выходишь и в круговую. Так. Здесь салат капустный с помидорами, салат с тунцом и с рисом, салат курица и ананасы. Так, теперь здесь идет горячее у нас блюдо. Гречка с грибами. Вот, гречка с грибами. Так, сыр натерт на терочке. Гавайская смесь. Ну, здесь все вместе. Гавайская смесь. Кукуруза. Горошек. Красный перец. Так, картофель фри. Тут кто любит. Вот картофель фри. Так, спагетти. Горяченькое все. Так, колбаски. Колбаски, наверное, копченые. Темные какие-то. Колбаски. Так, печень куриная в сливках и сметане. Вчера мы кушали, это очень вкусное было блюдо. Так, отель Маринс Парк Отель, Сочи. Морской переулок, дом 2. Так, буженина. Готовленная буженина. Так, крылья барбекю. Угу. Куриная. Так, треска жареная. Треска жареная. Это вот из горячих блюд. Так, также есть еще
Лагман. Лагман. Ну, лагман в основном он из баранины идет. Суп-пюре из шампиньонов. Ну, пюре вот такой вот, как в турецкий суп. И суп фасолевый. Так, есть, значит, здесь соусы. Соус барбекю, кетчуп, соус по-грузински, сметана, майонез, гренки, хлеб. Хлеб двух тоже видов. Ну, кому-то ржаной, кому-то хочется такой вот белый хлеб. Так, здесь у нас сладкий стол. Сладкие и фрукты. Так, ну, здесь пока обозначений нету, но сейчас поставят. Выпечка. Выпечка, печенье. Так. Это типа картошки, наверное. Сладкое печенье. Так. Ну и фрукты. Ну, в общем, вот такой вот обзор. Я сделала обзор. Ну все, хорошо, все. Да. Пока никого не было, все, давай. Да, давай. Всем пока. Так, я еще насчет того, что здесь, помимо того, что здесь есть еще все, начиная от соков, начиная кофе и продолжая чай, тут все. Тут есть еще, значит, вино. Красное вино, белое. Вот. Вино красное, вино белое. Пожалуйста, наливай сколько влезет, сколько хочешь. Вот такие вот. Значит, ужины. Это на ужин. А на завтрак будет там уже шампанское. Каждое утро шампанское. И каждый вечер красное вино. И белое вино. Вот. Я вот наливаю сейчас. Вот. Красное вино.